против гражданского населения. Хочу, чтобы все услышали. Против гражданского населения. Это агрессия. Это терроризм. И знайте, придет время, когда вы будете отвечать за те действия, которые вы совершили. Опять-таки говорю, это не тот формат. Если будете продолжать, факты будут еще глубже. Вы можете нас просить столько перебили. И, кстати, пользуясь случаем, хочу вам сказать, не хотел об этом разговаривать, но сотни солдатов, убитых азербайджанцев, сейчас остались на поле. Вы не забираете тела ваших солдатов. Чтобы не знали реальные цифры. Это не человеческие. Вы прекратите, как председательствуете, вы должны действовать как арбитр, а не как сторона. Господин председатель, так невозможно. Мы разговариваем о экономической портал. Вот это все, да. Скажите, какой же ваш отбор? Да, вот это маркетинг.